Сегодня 22 марта 2016 года. Температура воздуха около 10-15 градусов днем. Краснодарский край. Находимся на моем винограднике. Что мы делаем? У нас в зиму виноград посадки осень 2015 был прикопан вот такими кучками. Шамиль, помоги. Вот такими кучками земли плюс черенки были накрыты полиэтиленовыми бутылками с не до конца закрученными пробками для того, чтобы был доступ воздуха внутри. Побег сухой абсолютно, земля сухая, то есть зиму отстоял, почка хорошая, видно. Сейчас поближе покажу. Что мы делаем? Откапываем кустики вот таким образом, делаем углубление примерно. Ну, я круглое не делаю, потому что вот здесь у меня отсюда, вот отсюда между рядья будет застелено 1,60 м, будет застелено агрофпаном 60-м черным, и в это углубление ложим перегной корови навоз вот с этой кучки. Вот такие шпанеры сделаны для винограда. Это столбик шестерка, как я уже говорил, 6 на 6, 2 сантиметра толщиной, забетонирован землю на 50 сантиметров, высота от земли до первой планки 68 сантиметров, колеблется от второй, от первой до второй, вот тут расстояние у нас 30 сантиметров. Ну, от второй до верхней планки, ну, в пределах 60-70 сантиметров. Проволоку мы еще не натягивали, дырочки приготовили, сюда сделаем натяжные болты и будем подтягивать. Также виноградник у нас посадки 2014 года, осень. Ну, тоже пока что еще он у нас прикопан. Погода обманчивая. Я думаю, числа 10 апреля начнем откапывать. Эти прикопаны просто землей, без всякой пленки, без ткани. Просто в землю вкопаны. На каждую шпанеру сделана вот такая подпорка. Здесь вкручена саморезом и уперта в тротуарную плитку и забетонирована. Ну, я думаю, должно выдержать. Ну, тут у нас посажено 50 кустов посадки 2014 года, и 2015 осенью посадили еще 150, 160 где-то кустов. Но еще хотел показать, сейчас дойду. У нас посадка вот в этом месте была, мы ее той осенью раскорчевали и на месте посадки посадили виноград. Столбики уже все забетонировали, а вот на этом месте, где мы посадку загребли, я хочу еще 25 метров очистить. Сейчас территории трактор вот загнали, сейчас почистим, и тут еще неплохой участок получится, на котором посадим около, ну, я думаю, 50 кустов еще винограда. Посоветовали мне очень хорошие сорта наши местные виноградари. Вот Преображение, Виктор.